отправятся на экскурсии изучать историю Сургута. Студия «Нескучающие ручки», где занимаются люди с особенным здоровьем, выиграла городской грант. И в ближайшие месяцы дети и взрослые с инвалидностью смогут погрузиться в культурную жизнь. Подробности далее. После смены гардеробщиком в спортшколе Владимир Ильин идет заниматься творчеством. Практически все свободное время 38-летний мужчина посвящает бисероплетению. Создает украшения и картины. У мастера особенное здоровье. Чтобы добиться хорошего результата в этом деле, пришлось много практиковаться. Бисер летел в разные стороны. Когда не получалось, бросал. Потом опять садился, чтобы точать заново, либо продолжить. И со временем уже стало получаться хорошо. Мне даже больше нравится процесс работы, чем эффект. Когда уже сделана работа, тоже красиво, хорошо, но мне сам процесс очень нравится. Украшения Владимир делает на заказ. Это дополнительный заработок. Он приходится, кстати, мужчине с инвалидностью. В студии «Нескучающие ручки» в Сургуте людей с ограниченными возможностями обучают мастерству бисероплетения. Воспитанники не сидят дома в четырех стенах. Общественная организация арендует транспорт и забирает их на занятия. Три раза в неделю ездит, собирает по адресам ребят. Они начинали с проволоки. Они даже не могли держать иголку в руках. Вот. Начинали собирать на проволоку. Конечно, динамика, внимание. Схему надо составить, выбрать цвета. Это же все развитие, ведь правильно, да? Вот. Памяти развития. В студии занимается 36 человек, дети и взрослые. Есть кому за 30. Общественная организация выиграла городской грант 200 тысяч рублей. Их потратят на покупку бисера, сделают из него украшения и представят свои работы на выставке. А еще всем клубам отправятся изучать историю Сургута. В рамках этого гранта студия «Нескучающих ручек» свозит детей на экскурсии по достопримечательностям города Сургута. Они посетят музеи, выставки и зоопарк. Также ребята примут участие в выставке работ по бисероплетению. Все в предвкушении, делится руководитель. С нетерпением ждут экскурсии, особенно хотят попасть в зоопарк. Студия существует уже более 20 лет. Ежегодно общественная организация заявляется и выигрывает городской и окружной гранты. На эти средства развивается. Лиана Киямова, Светлана Круковская, Вести Югория, Сургут.